Прикольно. Так реалистично. А у вас что, не высвечивалось? Там ты ехал вверх-вниз. Да. Ну, как американские горки. По классическому. А что ты видел, когда ты поворачивал? Все там. Нет. Ну, типичный городок в середине Кобья. А в тот момент, когда ты там падал? Когда особенно вот это получается, когда оно идет особенно по дворам. Да? Да. Взрослые больше боятся. Я вам советую. На первом кругу оно ощущение реальности просто теряется. Особенно когда смотришь, оно сама полоска вот так вот заходит, вот ты так первая реакция выровняет ее. То есть ты ее вместе с ней хочешь, да, или как? Ага. Но оно вот теряется равновесие. Оно немного непривычно, когда вроде по логике. Все, то, что ты видишь, земля. Когда земля вроде должна быть сбоку, а стоишь прямо. Да, у нас. То непривычно. Конец съемки.